Добрый день, дорогие друзья! Вы, наверное, заметили, что на моем канале много тематического еврейского юмора. Это неспроста. Я считаю, именно еврейский юмор способен не только рассмешить, но и имеет глубокий смысл и может многому научить. И вот вам один из моих любимых еврейских анекдотов. Приходит Мойша к раввину и говорит: «Рэб, у меня такие проблемы, я не знаю, как мне жить, я не знаю, что мне делать, помоги!» На что Рэбе ему отвечает: «Мойша, успокойся. Бог нам посылает только те проблемы, которые мы можем решить. А те, которые не можем, то не наши проблемы».